Франции. Логично, что большинство оказалось там. Вы должны знать об этом больше, чем я. Что-нибудь еще? Отлично, все. Все, что надо, дальше мы знаем. Дальше сам разберусь. Сидите на месте. Ждите команды шерифа. Можно подумать, у нас есть выбор. Ну да, у вас выбора нету. Так, ладно, сберемся с вами со всем этим. Так, обезболивающий, отлично. Может, конечно, ничего нету. Ладно, разберемся с этими катисосранцами. Дженсен, это я, Причард. А, Причард. На крыше, осматриваю территорию фабрики. Отлично. Скорее всего, внутрь ты попадешь на участки приема и разгрузки. Скорее всего, Бензис. Что ты хочешь сказать? Там у нас вход для служащих. Борцы за чистоту наверняка тщательно охраняют его. Так что, если ты не любитель лобовых атак, стоит добраться до крыши. До крыши? Посмотрим. Погоди, так, там, да, там точно лестница есть. Тихо, тихо. У нас там стоит этот. Да, можно забраться, но придется ТВ снять. Сейчас мы пытаемся это сделать. Хотя их всех можно нейтрализовать, попробовать, но... Не знаю, сейчас попробуем. Хотя на заложников спасти бы. Так, заложники у нас там. Какая цель-то? Спасти заложников, вот. Надо найти их будет. В одном из кабинетов, там около цехосборки находится. Надо сейчас будет их найти. Частоту нам будет ликвидировать тихонечко, попытаться. Отлично, сохранение. Так, а охрана. Посмотрим обучение, что... Ой, черт. Удерживать. Слишком близко подходить к охранникам рискованно. Да. Лучше держитесь от них подальше. Чтите их маршруты и скоординируйте свои действия соответственно. Если возможно, старайтесь не вступать с ними в бой. Одинокая цель очень соблазнительна, но кто знает, вдруг за углом ждет подкрепление. Если нет, все равно придется ликвидировать, попробую я. Нейтрализовать все-таки объект тихо, подкравшись к нему сзади и усыпив его. Да, вот это как раз надо сделать. Убийство более надежная мера, но более шумная. Для этого просто удерживайте кнопку нейтрализации. Так, удерживать. Любые попытки нейтрализации, нажать, значит, как убийство, так и оглушение, оглушение. Когда энергия закончится... Самое главное не перепутать, не нажать, не то не сделать. Энергию, однако, можно восполнять при помощи питательных веществ. Ну, как раз вот подбираем эти просто штуковинки. Как бы то ни было, не оставляйте трупы на видном месте. Да, сейчас будут спрятать его. Охрана непременно поднимет. Что его могут легко кать. Что оттащить из дороги. Если он оглушенный, то его могут легко кать поднять. Его кать подвижники. Помочь ему встать. Очухать его этим самым. Спецназ не видать. Ну ты в этом ошибся, парень. Против ликвидировать, не знаю. Так, нет, не с этой стороны. Тихо, тихо, тихо. Поспи, дружок. Только самое главное, никто не заметил. Сейчас мы попытаемся его сдвинуть. Смотрите, спрячем. Так, скрытность. Посмотреть, что не знаю. Давайте посмотрим. Что там за скрытность? Быть невидимым недостаточно. Меньше всего от вас будет шума, если вы будете передвигаться, пригнувшись. Зона обзора играет важную роль. Если вы будете держаться в укрытии, вероятность того, что противник вас не заметит, выше. Старайтесь обойтись без прыжков и быстрого бега, так как это самый верный способ выдать свое местоположение. Эх, там их так же мало будет, там все трое, по-моему, с той стороны стоит. Попробовать сверху добраться, не знаю.
Так, погоди, зеленый свет. Может, он где-то здесь. А, сейчас спрятать его подальше. Кредитный чип, отлично. А еще на пластинках про энергии. А где вот эти? Так, сохранение. Так, ладно, продолжаем. Сколько у вас здесь, а? Так, а что здесь осматривает, непонятно, интересно. Да, один смотрит. Понять бы, как с ними справиться. Здесь трое, по-моему, их всего. Как я понял. Сейчас поймем. Ой, тихо-тихо. Так, здесь могут быть туда. Но пробуй, не знаю. Сверху хотя можно попробовать. Это как бы не так рискованно. А вдруг попробуйте их всех нейтрализовать тем самым. Попробовать. Хотя как бы. Можно их. Один, видимо, вообще не оборачивается. Если пробовать его нейтрализовать тихонечко. Швакать, пока мы не заметили. Так, у меня транквилизаторная винтовка есть. Сейчас попробуем это сделать. Так. Черт, не очень давно-то. Был как раз момент, когда было можно было сделать. Она его хотя бы нейтрализовать. Или побороть вверху, не знаю. Так, пистолет, что, ну, здесь не заметит пистолет этот. Он был брать оружие, конечно, черт побери. Вот не хватало этого. Сейчас попытаюсь его как-то тоже нейтрализовать. Тихонечко. Отлично. Что у нас там? Так. Или что мне снова показывает это? Так, тихонечко одного удалось нейтрализовать. Пока отдыхает. Осталось еще двое с ней, двоих. Не слишком... Так, мне надо просто... Надо вот там одного, Катя, второго потом. Так, сейчас попробуем. Блин, ну как это? Давай, давай, оборачивайся. Отлично. Ха-ха-ха. Фиг вам. Вот так вот все. Она вон точно не заметит. Так, мы сейчас выкатим. Давай сюда. Сейчас как раз его пытаюсь. Сейчас кто-то куда подойдет, я его нейтрализую.
тот говнюк. И сюда его спрячу. По-моему, как раз сюда им найдет. Сейчас посмотрим. Так, а взрывоопасные бочки, самое главное. Там ничего не сделать. Отлично. Так, тихо. Оттащим тихонечко их, вот так вот. Отлично. Нейтрализовали тихонько, все равно получилось. Более-менее. Так, отлично. Сохраняемся. Так, у нас здесь ничего нету. Так, тихонько нейтрализовали все. Они даже ничего не поняли. Причард, я внутри. Тут есть прекрасный вход. Рад за тебя. Тайфун находится в фабричной лаборатории. Рядом со сборочным цехом есть лифт, который доставит тебя туда. Принято. Отлично. Так, это наш такой, там у нас такой компьютер. Может нам попасть туда? Залезть куда-нибудь попробовать. Так, здесь двое примерно. Может пробовать их ликвидировать тихонечко. Так, ладно. Попали, остался один. Все. Все спокойно. Так, достаточно местно. Все нормально, кажется. Сейчас мы спрячем куда-нибудь. Я знаю, куда их всех спрятать можно. Всех, кажется, удалось нейтрализовать. Без единого какого-то шума. Давайте сам сюда затащим. Так. Револьверный патрон на мест не хватает. А что у нас такого много-то? Что так у нас много? Не знаю, используем. Тратики с аккумулизаторами. Так, патронов достаточно много. Здесь ничего полезного нету. Так, компьютер сейчас сломаем. Сейчас почитаем книжку, газету, что там написано. Интересно. Что надо сейчас всех затащить бы. В одну комнату. Буду сейчас всех нейтрализовывать, попробую.
Лежите здесь, отдыхайте. Сейчас мы вас всех затащим. Так, у вас еще двоих осталось, да? Надо заложников спасти тем самым. Попробовать найти их. Если получится. Не будем никуда торопиться, будем все делать элегантно. Отдыхайте, друзья. Вам-то полезно будет. Так, еще двое осталось, это лежат. Так, ну давай ты. Поехали. Ой, да. Тяжеленные, тяжелейшие какие-то, них там что-нибудь жрут там. Они что же едят, что непонятно, что такие, блин, фиг сдвигаются. Да. Сохраниться надо, во всякий случай. Так. Что-то пистолет не берется-то. Что-то не берется пистолет. Ну, поехал последний, косипа, дотащим его. Чё-то у нас пистолет-то последний, не воню, как-нибудь взять не могу. Не пойму как. Ой, какой тяжелый-то. Чё-то у нас там ест, непонятно, что он такой тяжелый. Этот хулиган. А там, борцы за чистоту. Чипы, кредитные чипы ножные. Ещё кредитный чип, так, дротики. Ой. Ой, зря тебе у него колокать еще. Один еще никто нажал. Так, это не взять не получится. Это тоже взять не получится. Места мало. Места мало. Два патрона всего лишь, черт. Так, компьютер, что там за компьютер, интересно. Открыто, так, отлично. Так, Джозеф Смит, Филипп Манкуза. Линия сдохла. Фил, у нас снова проблемы с линией. 9F, тут все накрылось, точно нужен кто-то, чтобы на это взглянуть. Не хочу, чтобы из-за нас стало производство. Им голову открутит, если это не будет ремонтировано вчера, Смитти. Филипп Анкоза, так, какой там, штука, адрес комнаты, от кого-то. Срочно нужны материалы. Вот это новости, должно быть и Моуди, я с ним еще поговорю. Прямо сейчас отправляю парня с Миди, буквально полчаса. ТК, Филипп Манкуза пишет. Трой, срочно нужна медная проводка. Не знаю, откуда утром оправился мой твой парень, но до нас ничего не дошло вообще-то. И это кого? Афина Маргулис, всему персоналу. Сверхурочные часы. Всем привет, начальство в курсе, что вы все работали сверх нормы, чтобы разобраться с последними военными контрактами. Мы ценим ваши усилия и благодарим за вас за целеустремленность, эффективность и ответственность при выполнении работы. Текущее увеличение нагрузки продлится еще пару недель. Шериф Индустрис благодарит вас за верность и терпение. Афина Маргулис, исполнительный помощник, Шериф Индустрис. Да, понятно. Так, а что у нас за книжка? Сопротивление машине. Мы за чистоту. Откажись от металла. Прими на себя. Сталь несет ложь истинного плоти и крови. Надоело смотреть, как утратившие человечность киборги отнимают работу у честного народа. Надоело смотреть, как жизнестянки уродуют сами себя. Да, пропаганда. Мы верим, что понимание человеческого выбора невозможно без осознания ограничений человеческого тела. Физические ограничения делают нас людьми, и нам ни к чему стремиться стать кем-то еще. Попытки улучшить жизнь человека путем биологической модификации лишь отвлекают нас от решений в социальной области, которые могли бы достичь того же результата без вмешательства в основу человеческой природы. Мы считаем, что любая намеренная попытка изменить человеческое тело недопустима из-за морально-этических соображений. Движение за чистоту не знает поражений, не пускает шпионов и не позволит себе победить. Вы каждый из вас за чистоту. Вы каждый из вас за чистоту. Да ладно. Пропаганда ваша несет какую-то. Так, живет ли город моторов? Дочитал, что ли, нет? Детройт, пожалуй, сильнее любого другого места отражает изменения, произошедшие с Америкой за последние два десятилетия. Город, бывший некогда сердцем американской промышленности, понесший тяжелый урон сначала от краха автомобильной индустрии, потом от нефтяного кризиса 2015 года, ныне является рассадником бедности и преступности. Однако еще не все потеряно, ведь была основана штаб-квартира Шериф Индустрис, разработчика имплантов, превратившего остановленный автозавод в ультрасовременный производственный комплекс. Глава фирмы Дэвид Шериф
Искренне верит, что Детройт может стать новым маяком привлечения капитала, а также образцом для всей страны. Он заявляет, технологии модификации приведут человечество к светлому будущему, а вместе с ним и Детройт. Тайюн Медикал продолжает экспансию. Шанхайская корпорация Тайюн Медикал на этой неделе на 7,3% увеличила свою долю рынка благодаря приобретению чилийской компании Лоредо, специализирующейся на модификационных технологиях. Теперь на счету корпорации комплексы 15 странах по всему миру. Да, большая корпорация, видимо, конкурент Sheriff Industries по производству имплантов. Так, ничего интересного как бы не было. Найдем, надеюсь, мы этих заложников. Так. Так, захватить Тайфун теперь. Наша цель основная. Тайфун находился в фабричной лаборатории, защищенной зоне под комплексом. И за сборочным цехом находится лифт, который доставит меня туда, если я до него доберусь. Сборочный цех. Так, а заложники у нас находятся... По-моему, как раз где-то там, в какой-то комнате, что ли. В кабинете комната. Как раз около этого сборочного цеха, по-моему. Цеха сборки. Сейчас осмотрим всю территорию. Так, у нас один вход. Есть внизу вход. Выход, точнее, не вход, поймешь. Так. Наверх можно залезть? Так, тихо. Что у нас там наверху находится, интересно? Так, тихо. Хотя, не знаю, посмотрим. Хотя, можно, думаю, стоит закончить пока на этом. Эту серию. Продолжу уже дальше там искать, пробираться к той фабрику, наверное. Так, ну ладно, сейчас мы заканчиваем пока на этом. Так, спускаемся. Так, нам надо ли можно будет двумя входами пробиться. Сюда не запрыгну. Пока мне прокачки прыгать выше, чем на 3 метра. Так, ну можно хотя отправиться будет туда, либо сюда. Так, ладно, сохранимся на этом месте. И пока, думаю, заканчиваем на этом, как раз, вторую серию. Путешествие по миру RPG игры Deus Ex Human Revolution. Или, точнее, прохождение 100%. Пока, думаю, закончим. Увидимся, как раз, в следующей серии. С вами был Dark Space 196. Всем удачи. Спасибо за просмотр и пока.